Более 200 студентов хабаровских техникумов и колледжей встретились сегодня на стадионе «Динамо». Это рекордное число участников ежегодного городского легкоатлетического кросса. Пробежаться в парке в этом году вышли почти все средние специальные учебные заведения Хабаровска. О конкуренции и роли спорта в жизни в сюжете Марины Рожко. Просто недавно был кросс, золотая осень, вот там время, у кого лучшее было, тех и взяли. Самых сильнейших. На городские соревнования второкурсницы Арина Киришун и Дарья Чистякова приезжают второй год подряд. В этот раз легкоатлетический кросс побежит лишь одна из них. Дарья накануне получила травму, но приехала болеть за своих из Хабаровского института инфокоммуникаций. Да, спортивно мы бегаем каждую пару по 2-3 километра. Даже сейчас холодно, мы до сих пор на улице занимаемся. Это жизнь, спорт – это жизнь, для здоровья это, я считаю, очень важно. Если я не болела бы коленка, я все равно побежала бы. Это чип на ногу прикрепляется, чтобы каждый круг отмерять, чтобы не запутаться. Вот. Идет отсечка каждого круга. Каждый участник приходит, получает от вас вот этот чип и манишку, да, правильно? Да. Для одних студентов легкоатлетический кросс – это дело чести, для других – практика. Будущие тренеры из Академии физкультуры учатся проводить соревнования и пользоваться профессиональным оборудованием. Студенты вот здесь учатся использовать электронную технику, компьютерное сопровождение. И, естественно, студенты, сейчас вы будете видеть, как они, ну, участники прибегают, сразу слышат свое время на финише. И потом они через несколько минут видят это в протоколе, и у них никаких сомнений не возникает в честности, в объективности судейства. Первые 4 старта по километру бегут девушки. Финиш тоже будет на стадионе. Остальная трасса идет по аллеям парка «Динамо». Опытные участники уже выучили маршрут. Уже третий раз, третий год. Лучший результат? Не знаю, по времени не смотрела. Но вообще, какие-то... Стабильно первое. Занимаюсь спортивным ориентированием уже на протяжении 10 лет. Ого, ну то есть видно подготовка, поэтому бег это для тебя легко, просто вообще? Да, легко дается, всю жизнь этим занимаюсь. Мне нравится. Второе дыхание открылось? Да, третье, четвертое. Какой результат? Вы уже слышала? Нет. Девчонки сильные попались? Слушайте, я не знаю, ну нормально. Тем, то, что я пробежала пятая, вон там на середине круга, на последнем, я бы бежала третья, двое меня просто обогнали. Ну нет, сил на конце. Потому что поначалу выкладываешься, но это все придет со временем. Больше тренировок. Юноши бегут 2 километра. Среди участников профессиональных легкоатлетов мало. Почему ну, выбирает? Потому что самые видимо, мощные, что показываем, что мы достойны бежать. Приходите к нам, посадите награды, много их. Да, у нас много наград. Мы взяли двушку. Да. Да, мы тоже все участвовали. Летом бегали 3 километра на набережной. И получается, в конце второго моего курса заняли 3-е место среди всех. Лучших бегунов городского легкоатлетического кросса студентов ждет краевой этап соревнований. Марина Рожко, Юрий Ермаков. Смотри Хабаровск.